Слабовидящим актюбинцам сложно найти работу. Эту проблему обсуждали в стенах общественного объединения Казахского общества слепых. Из 500 человек, состоящих в обществе, только 7% имеют возможность заработать себе на жизнь. Все остальные вынуждены жить только на пособие по инвалидности. Ирина Устимович продолжит эту тему. Более 20 лет назад тяжелая болезнь диабет лишила Валерия Мартыненко зрения. О проблемах незрячих знает не понаслышке. Говорит, даже передвигаться по городским улицам сложно и опасно. А желание работать огромное, вот только на работу не принимают. Работала цех по изготовлению матрасов, потом скоросшиватели, вот, белье там мужское, трусы шили, рукавицы. Сейчас только 12-10 человек работают, рукавицы еще для строительных организаций. Все. А слепые могут все делать, понимаете? Мы все делаем на ощупь, на слух. Какие-то мелкие работы можем, там, розетки собирать, выключать. Из 500 членов общества слепых трудятся только 36 человек. До потенциальных работодателей достучаться непросто. Даже соответствующим органам это удается с большим трудом. С начала года в Актобе трудоустроены лишь единицы. Нам по индивидуальной программе реабилитации поступило 27 человек. Из них 6 человек по разным работам трудоустроены. Мы в дальнейшем будем каждому индивидуальному подход, индивидуально будем разрабатывать рабочие места. Отсутствие работы для инвалидов по зрению – проблема номер один, но есть и другие. Инвалиды заявляют, что чувствуют себя забытыми, хотя бы потому, что объединение располагается в здании, построенном в довоенное время. Чтобы помогли нам со строительством здания или хотя бы отремонтировать это здание. Оно в аварийном состоянии, 27-го года рождения, непосредственно вот несколько раз обращались. Просили для перевозки инвалидов и инватакси. У нас нет техники, у нас нет средств. Капитальный ремонт здания обещают сделать на следующий год. Вопрос с транспортом также решается. 30 миллионов тенге заложено в бюджет на услуги инватакси. Конкурс, в котором определят перевозчика, будет объявлен в начале года. Елена Устимович, Блатмут Дагалиев, Айбек Даутов. Актобе.